Уже добрий день. У нас в гостях Микита Панісов. Він студент університету імені Карпенко Карго і разом із Олександром Шкрабаком, який зараз перебуває в СІЗО і затриманий за події на Грушевського, зняв фільм «Сортувальник». І нагадаю, Олександр Шкрабак, студент Карпенко Карго, один із тут семи затриманих. До нас приходила і мати Олександра Шкрабака, і був адвокат, і вони нам розповіли, що нема жодних доказів причетності Олександра, нема жодних доказів того, що Олександр Шкрабак щось зробив проти заборонено щось зробив. Утім, попри відсутність жодних доказів, суд ухвалив рішення про затримання його, він зараз перебуває в СІЗО. Так ось, Микита Панісов разом з ним зняв фільм. Розкажіть, будь ласка, коли ви його знімали, як він називається, про що він? Ну, фільм називається «Сортировщик». Ми знімали з Сашою, це вже наша вторая робота. Він знімав в це время на першому курсі, я на втором. Це відбувалося весною. И так случилось, как бы, что сам фильм в нынешней ситуации обрел для нас какой-то новый смысл. Идея фильма не настолько сильно связана, мы не могли предсказать, что произойдет, но сам... Вы его снимали когда? Какие? Весной это было в Крыму. Ага, сам... то еще далеко до подій, які да, начали відбуватися. На самом деле, да, очень давно, и причем... Что самое интересное, что Саша из Крыма, и у нас очень много друзей и знакомых из Крыма, и уже даже немного меньше стало знакомых, с которыми мы сейчас общаемся, именно из-за этих событий, которые сейчас происходят. И сам фильм о том, что какое-то незначительное событие, какая-то мелочь, которую мы допускаем, наши ошибки или слабости какие-то, упущения могут повлиять на происходящее каким-то глобальным, на глобальном уровне. То есть то, что мы на самом деле видим и сейчас. Я не буду сильно много о ней рассказывать. Я бы хотел больше о Саше рассказать, потому что на самом деле фильм — это больше какое-то напоминание. Я считаю, что обо всем, что сейчас происходит с людьми, их задерживают, да, их бьют, их держат в СИЗО, нужно постоянно говорить. Это единственный какой-то выход, что может делать люди, кроме как вот стоять на Майдане, да, когда возвращаются домой, просто постоянно говорить об этой проблеме и, как бы, собственно, и у вас тоже говорить на всю страну. Сашу можно как бы характеризовать одним, на самом деле, словом. Он очень светлый человек. То есть можно много говорить о каких-то его качествах, но... У него постоянно рождаются какие-то идеи, он пишет, у него очень много сценариев. Мы вечером с ним общались перед тем, как его забрали, и обсуждали как раз новый фильм, который мы собирались уже вот сейчас снимать. И поэтому я не могу быть отстраненным от этих событий. Я не кидаю коктейли Молотова, или я там не выбиваю брусчатку из асфальта, но я на самом деле втянут в это сейчас очень сильно. Я переживаю, наверное, как все, потому что... Это коснулось напрямую меня. То есть люди, например, вот Крым, мы общаемся сейчас с знакомыми и многими людьми, мы распространяем информацию, в том числе в Крыму. И не у всех мы видим, что это значит, да, что это за человек. А на самом деле в Крыму это вот самая главная какая-то ассоциация с Майданом. Такое ощущение, что они видят одну картину, встречается один человек с другим, один говорит, я бандеровец, я люблю Бандеру, второй говорит, я тоже бандеровец, я еще больше люблю, второй говорит, нет, я пойду коктейлем Молотова в кого-то швырну, чтобы это доказать, а потом в кассу, чтобы Америка мне заплатила. Как бы, и мы видим это от такого большого количества людей, что мы даже не знаем, как им сказать. То есть люди, вы как будто вот плаваете в каком-то болоте, а кто-то хочет из него выбраться. И реакция такая: куда вы плывете, зачем вы плывете, зачем вам все это вообще нужно, у нас здесь так хорошо, давайте ничего не менять, вы какие-то радикалы, вы хотите чего-то лучшего для себя, вы вообще хотите, чего вы хотите, изменений каких-то. То есть люди заранее соглашаются, что то, что сейчас происходит, их устраивает, потому что какие-то вот эти действия, будь они радикальные или не очень радикальные, они их не устраивают, они их боятся. Люди боятся чего-то нового на самом деле. Что мы видим, это не борьба между народом и Беркутом, не между властью и народом. Это борьба старых каких-то понятий и новых, чего-то нового, что сейчас приходит в мир. Люди просто боятся, что вдруг что-то произойдет, что им придется себя поменять, что им
придется перестать давать взятки, да, гаишникам, допустим, что этот процесс как-то усложнится, допустим, на какое-то время, что будет вот этот промежуточный период. Они говорят, нет, мне как бы хорошо и так более-менее сейчас, когда все тихо, когда там только выборочно кого-то сажают, кто вдруг случайно что-то не то сделал. Но ведь Саша даже ничего не сделал на самом деле. Вот это, я понимаю, что это может произойти со мной. Я могу выйти отсюда из вашей студии, меня просто заберут и посадят на 15 лет, потому что, Нагадаю, що товариш Микити, власне, студент, один із семи студентів, затриманих, один із семи студентів КПРК Карого, затриманих і міліцією, власне, вони були затримані на Подолі, далеко від місць, який тоді відбувався на вулиці Грушевського, а за події на Грушевського. І кілька людей вже зараз, кілька студентів вже під домашнім арештом, але от якраз Олександр Шкрабак, його затримали в СІЗО на скільки? Его сейчас на месяц, по моей информации, задержали и ну, до суда. И что самое интересное, его задержали, и родители не могут к нему попасть. Ну, то есть я уже не прошу, чтобы мы там с ними встретились, да. Они просто их не пускают. Мы собирали передачки ему, я принес несколько книг, а мне сказали, нельзя, можно только Библию. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что правоохранители думают, что в Библии как бы ничего нельзя найти такого радикального, или что он найдет что-то в других книгах, как сбежать из тюрьмы, или, ну, просто... Микита, для вас, а вы взагалі из какого региона? Сами? Я из Киева. Вы киянин. Скажите, а вот для вас все, что происходит от, с вашими товарищами в стране, что это все, как вы можете все это описать, как режиссер, как людина, что... Ну, на самом деле, раньше я думал, что это маразм. То есть, извините за выражение, но то, чему я не мог найти логического объяснения, я называл так. А на самом деле, сейчас я вижу, что власть, определенные группы населения просто боятся, что что-то произойдет и изменит их жизнь. Они думают, что изменения – это равно плохо. Как бы. То есть сейчас вот они заняли какую-то нишу, уцепились там за что-то и считают, что все нормально. Вот. Ну, мы как бы, люди все время говорят, да, творческие, чего-то ищем, что-то нам нужно, куда-то мы суемся. Просто нам хочется что-то изменить, что-то показать новое, что-то принести. Мы снимаем новый фильм, не просто потому, что мы хотим показать, какие мы, что мы сняли новую работу, чтобы люди увидели и чтобы какой-то вывод сделали. И сейчас самое главное вот эту информацию какую-то распространять максимально через друзей, через знакомых, общаться с людьми, чтобы не просто... Здесь, на самом деле, я думаю, что большинство тех, кто вас смотрит, понимают, о чем мы говорим. Они понимают, что студенты не виноваты, что о том, что сейчас на Грушевского происходит. Но чтобы они в первую очередь общались с тем, кто вас не смотрит, кто находится на другом конце страны, и у них совсем другие новости, совсем другие власти, то есть вообще практически несколько людей пытаются что-то рассказать. Мы общаемся вот из Крыма с друзьями, они говорят, мы не можем просто, ну то есть мы там в узком кругу как-то все это передаем, но если мы сейчас выйдем, нам сейчас надают по голове. А это ну, не радикалы, не футбольные фаны, которые ничего не боятся, это обычные дизайнеры, художники, фотографы. Они как бы могут только по-другому вот, сказать, да, или выразить как-то вот каким-то фильмом, работой своей. Микита Панісов, нагадаю, зняв разом з Олександром Шкрабаком, студентом університету Карпенко-Карого, якого, власне, затримали на Подолі за події на Грушевську і без доказів, за словами адвоката і матері, посадили зараз він сидить в СІЗО. Вони зняли фільм «Сортувальник» ще цього року, але далеко до подій, які розпочалися відбуватися на Майдані Незалежності. Про що цей фільм? Розкажіть, перед тим, як ми його подивимося, ми його зараз подивимося, розкажіть, про що він і чому ви саме зняли цей сортувальник? Ну, в першу чергу, так, я з Сашою, как бы, він прийшов ко мені зі сценарієм, я його прочитав, я приймав здесь участие як оператор, і
Он сам по себе короткий, и идея в нем достаточно простая, чтобы о ней вот сейчас сказать. Мне кажется, что лучше даже пусть люди посмотрят, но она емкая. Каждый может, просмотрев этот фильм, сделать разный вывод. То есть в чем ценность этой работы? Это не простой ответ, который вот каждый воспримет одинаково и поймет, ну, значит, это вот это. Вот. А это философский фильм. Фильм размышления о поступках людей. Сейчас вот многих, кто находится на Грушевского, называют вот нацистами, радикальными националистами. И Сашу как бы в том числе, да, он организатор, оказывается, массовых протестов и погромов. То есть, но я хочу, чтобы те, кто сейчас еще вот сомневаются, да, да, нет, нет, чтобы они посмотрели и подумали, как действительно вот этот человек, ну вот, может делать такие действия, вот, в которых его обвиняют. Ми переглянули фільм «Сортувальник», знятий вами як оператором та Олександром Шкребаком, режисер, який зараз перебуває в СІЗО, студент, який, за словами адвоката та його матері, без жодного доказу зараз перебуває в СІЗО за участь, за начебто участь за подію Грушевському, хоча сам був затриманий на Подолі, в зовсім в іншому місці. Що б ви хотіли, як ви думаєте, будуть далі розвиватися події? Випустять вашого товариша? Я надіюсь, що да. Я думаю, що да. І що мені кажеться зараз важно, і що, наприклад, я можу робити, що можуть робити студенти з наших університетів і, в принципі, всі творчі люди, це самовыражаться и говорить об этой, о том, что происходит. Знаете, я посмотрел видео в украинском доме, кто-то играл на фортепиано после того, как туда уже зашли митингующие. И меня просто как бы, меня пробрало очень сильно. И я понимаю, что сейчас вот в постоянном стрессе, вихре новостей, каких-то трагических событий, это то, чего не хватает всем. Просто музыки, просто красивого фильма об этой проблеме. Да? Не просто прямо смотреть, вот, вот бьют, вот здесь, здесь плохо, здесь плохо. А немного делать вот паузу, даже вот тем, кто сейчас стоит на Грушевского, на Майдане, немного вот уделять время какому-то творчеству, немного любви добавить сюда, потому что очень много ненависти скопилось как с одной, так и с другой стороны. И я боюсь, что если все будет так продолжаться, то это может столкнуться, и последствия будут очень плачевными для всех. Вот поэтому я всем бы хотел пожелать какого-то внутреннего спокойствия, внутренней светимости. Дякую вам душа. Спасибо. Дякую за участь, что до нас пришли, показали свой фильм. Спасибо, сподіваюся, що ви ще знімете з Олександром багато інших хороших, класних фільмів, які будуть представляти Україну на міжнародних фестивалях. Я теж так думаю. Спасибо. Дякую, успіхів вам.